Это активное чудо Денис. Сейчас он выздоровел и готов играть с любимыми игрушками. Но буквально 2 недели назад малышу сделали прививку АКДС. Тогда они с мамой пережили немалый стресс. Через несколько часов мальчик начал сильно плакать, тело сжималось и поднялась температура. Жаропонижающие не помогли, вызвали скорую. Через несколько дней пришлось лечь в больницу. В день прививки малыш ни на ножку не вставал, ничего. Ну, получается, врач, которая нас в субботу принимала, то она сказала, что это последствия после АКДС. Потом туда поступали дети, еще тоже с такими же симптомами. У одной девочки вообще мама рассказывала, глазки закатывались и пена ртом шла. Ну, это ужас. Это уже 3-я прививка АКДС, которую сделали ребенку. Раньше реакция была абсолютно спокойной. Врачи в больнице говорили, что не досмотрели родители и сделали прививку во время вирусной инфекции. При этом до того, как колоть вакцину ребенку, медики должны были обследовать его, измерить температуру, узнать, не болел ли кто-то из родственников. Такая инструкция есть у всех сотрудников, уверяет заведующая одной из амбулаторий города. Последнее, что поступило к нам по закупкам Министерства охраны здоровья, индийская вакцина. Да, она не очищенный коклюшный компонент. И згідно наказу щеплень, мы должны обязаны прививать детей это на 3-ю АКДС-ку ревакцинацию до 4 лет деток. То бишь на 1-ю и 2-ю они не подлежат. Раньше в Украине использовали европейскую вакцину, коклюшный компонент которой был очищен, потому дети переносили ее намного спокойнее. Врач говорит, в течение 3 дней действительно может быть высокая температура и даже аллергическая реакция. Но если жаропонижающие и антигистаминные средства не помогают и наблюдаются другие симптомы, необходимо обращаться за медицинской помощью. При желании за свои деньги родители могут в аптеках купить вакцину европейского производства. Вероника Лавриненко, Виктор Зубченко, Евгений Жилай, Первый городской.